Ребятушки, девчатушки, здравствуйте! Я рад вас приветствовать на своем канале Жук Муравейники. С вами дядь Саш, великий, ужасный. И сегодня я спешу с вами поделиться радостной, как минимум для меня, новостью. У меня появилась на канале кнопчонка под названием «Спонсировать». Она есть на главной странице канала и есть под каждым из видео тоже такая кнопка «Спонсировать». Нажав на нее, вам открывается окошечко, благодаря которому вы можете оформить спонсорскую подписку. Она стоит 249 рублей в месяц, то есть через месяц она аннулируется. Если не ошибаюсь, 75% этой суммы получаю я, а 25% в качестве комиссии себе забирает Ютабец, точнее Google AdSense или кто-нибудь там, все вместе взятые. Что вы получите, оформив спонсорскую подписку? Ну, кроме того, что мою безмерную благодарность вы получите, также получаете в чате значок, который будет рядом с вашими комментариями. Вот такой пока на данный момент незатейливый эмодзи. Он же эмодзи. Но если у нас количество спонсоров увеличится, мы можем заморочиться и расширить линейку эмодзи. Так, потом у нас будут для спонсоров ежемесячные трансляции, то есть стримы, на которых будет чат открыт только для спонсоров. И два видеоролика в месяц с ограниченным доступом для спонсоров. Вот тут все написано, каким образом будут спонсоры уведомляться о видеороликах. Относительно видеороликов не беспокойтесь, через некоторое время они будут доступны и всем остальным участникам нашего канала. С трансляциями тоже что-нибудь придумаем. Почему именно так? Зачем я сделал трансляции, где какие-то ограничения и т.д. и т.п.? Ну, дело в том, что YouTube просто так вот такую кнопочку мне на главную страницу не дает. Я должен был посулить своим спонсорам какие-нибудь бонусы. Тогда он, YouTube, подумал и согласился, и разрешил мне. Поэтому я пока посулил такие бонусы. Что, если у этого выйдет, не знаю. Будем смотреть, будем пытаться, будем анализировать. Может, у меня вообще ни одного спонсора и не появится. Может быть, это все напрасно и зря. Ну, а тем не менее, желаю вам и себе удачи в этом моем начинании. Так, как говорится, вперед спонсировать. Остерегайтесь серых штурмовиков, и будет вам и нам счастье. Все, увидимся, пока.